Добро пожаловать в клуб любителей хороших фильмов Like Film. Для быстрой навигации по списку фильмов используйте тайм-коды в описании. Короли лета. Трое друзей, подростки Джо, Патрик, а также эксцентричный и непредсказуемый Биаджа, решают сбежать из родного дома в лес, чтобы начать жизнь, независимую от родительского контроля. Построив самодельное жилье, ребята наконец ощущают себя полноправными хозяевами собственной судьбы. Так начинается их идеальное лето. Королевство полной луны. После таинственного исчезновения мальчишки из лагеря бойскаутов, принципиальный шериф ставит всех на уши. Свое альтернативное расследование начинает тренер бойскаутов. Мамаша девушки бьется в истерике, а отец, кажется, что-то скрывает. Ведь у каждого в жизни бывает первая любовь. Прощай, детка, прощай. Золотой компас 2007 года. 12-летняя Лира отправляется в удивительное путешествие к Северному полюсу, чтобы спасти своего похищенного друга. В помощь к девочке приходят северные ведьмы под предводительством прекрасной Серафины Пеккала и огромный бронированный медведь. На пути их стоят зловещая миссис Колтер и армия ее монстров. Ангел А. 28-летний Андре должен десятки тысяч евро различным бандитам по всему Парижу. Когда подходит срок оплаты, он понимает, что шансов расплатиться нет. И в полиции, и в американском посольстве ему отказывают в помощи. Но вот, решив покончить с собой, он видит на мосту сногсшибательную красотку в очень маленьком черном платье, которое прыгает в сену. Андре бросается за ней. Спасенная девушка обещает помочь Андре во всем. Она придумывает удивительные способы добывать деньги и помогает решить проблемы с кредиторами. Но тут Андре начинает задаваться вопросом, почему эта восхитительная девушка так старается ради него? Револьвер. Касаясь пустоты. Пишите в комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить, и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание. До скорых встреч!